Всем привет, с вами Полтем, и будьте аккуратны, потому что в этом видео мы посмотрим на очень затягивающую игру под названием On Top. Как только вы зайдете в игру в первый раз, она вам покажет обучение. В целом геймплей очень простой. У вас есть шар определенного цвета, и вы должны сделать выстрел в шар точно такого же цвета. То есть вам нужно быть очень внимательными, чтобы подниматься как можно выше по уровню. После этого короткого обучения вы выходите на сам уровень. Как я и говорил, цель — это подниматься как можно выше с помощью зацепов с натянутой струной. То есть, удерживая палец на вашем шаре определенного цвета, вы задаете ему направление и отпускаете палец. Соответственно, он как бы вылетает в ту же сторону и цепляется за шар либо за стенку белого цвета. Лично мое первое впечатление, что играть просто невозможно, но буквально после 30 секунд вы понимаете, в чем суть, и начинаете двигаться все быстрее и быстрее по уровню наверх. Изначально вам дается 3 зацепа, то есть это 3 полоски, которые вы как бы можете выкинуть и прицепиться к каким-то объектам, либо к стене. Для последующего использования, если все 3 зацепа уже вами использованы, вы можете отрезать закрепленные струны и остаться, например, на одном зацепе, чтобы уже перемещаться к следующим объектам. В игре имеется несколько режимов. Я играю в обычном классическом, мне он кажется наиболее крутым. Также имеется режим пилы, где у вас отсутствуют стены, и вам нужно перемещаться от круга к кругу с определенным цветом. Еще имеется последний режим, это режим на время. Если вы хотите более быстрого и динамичного геймплея, то режим на время вам подойдет. Еще что хочется отметить, приложение полностью бесплатное в App Store, поэтому в нем имеется реклама. Но как только вы достигнете 150 очков в любом игровом режиме, вся реклама отключится. За это хочется сказать спасибо разработчику. В общем, ссылку на On Top я оставлю в описании к этому видео. Переходите и качайте, игрушка чертовски затягивает. А на этом все, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, не забывайте о яблочках, пока!